все, кто потребляет вашу продукцию, и вы, и мясокомбинаты, которые поставляют, должны объединиться в одну ассоциацию. Потому что вы не можете жить без мясокомбинатов, там ваше сырье. А обувщики и другие не могут жить без вашего сырья. Так? Так, замкнутый круг. Объединяйтесь. И осуществляйте единую политику под руководством министра, вот она, красавица стоит, и вице-премьера рядом с ней. 78 предприятий, которые вас покупают, соберутся вместе и определят, как вы будете жить дальше. Надо настраиваться на конкуренцию. Если турки нам завозят сюда, если я это перекрываю, то я не смогу те объемы, которые я поставляю в Турцию, другой продукции, там, допустим, тракторы, автомобили, они скажут, ну, хорошо, ты не пускаешь наш товар, мы пустим. Поэтому это, знаете, такое оружие обоюдоострое. Я знаю, как умеют отвечать. И мы не махина, мы среднеевропейское небольшое государство. Нам надо конкурировать, мы никуда не денемся. Это пока мы еще, вот они найдут вдвоем и министр, и вице-премьер, каким образом как-то нам защитить рынок, называется, защитить рынок. Не грубо, аккуратно. Поэтому надо настраиваться на конкуренцию. Это вот просто пока будем вас стараться поддержать.